что доклад-то это и закончил. А что делать? Вы же губернатор. Значит, секундочку. По вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через 2 дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Оценкам большая часть, ну, можно говорить, на 90% этих нефтепродуктов попало через ручьи и в речную систему. Поэтому, вот, собственно, вся проблема в том, что этот и так довольно большой разлив, он не на грунт попал, а на воздуховую поверхность. Естественно, остекся.